Ну что, грибники, сейчас я вам мозг взорву этим видео. Посмотрите. Здесь канава. Вот там деятельность бобров. Я думал, это люди ходят. Но нифига. Итак, смотрим. Вот так вот. Нифига себе, какие крепкие. Надо же. И не вырвать. Это... Как моя бабушка говорила, красики такие повылезали. Но это не все. Пусть здесь остается эта кучка. Идем дальше. Как там? Вот это. Вот это. Вот это. А теперь вот это. Это. Вот это. Нет, это еще не все. Посмотрите. Идем дальше. Вот еще один. Жалко, пропадает их много. Вот здесь вот стоит. Просто копна их. Да, все мы привыкли собирать грибы в бору. Но, к сожалению, лес еще не набрал достаточной влажности. Соответственно, грибы лучше искать там, где влажно. Вот у таких канав. Вот здесь раньше было поле. И вдоль него была канавка. Знаете, смотрите, грибы 2018. Кто-то мне не верил. Ставьте лайки, подписывайтесь. Может быть, и вас я свожу на такую грибалку. Все, пока.